Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые точно знают, у природы нет плохой погоды, а все потому, что они всегда готовы к любым ее изменениям. Весь мир празднует день работников гидрометеорологической службы. Сотрудников этой важной сферы в жизни людей с профессиональным праздником поздравил и глава Дагестана Владимир Васильев. Цитата. Точные и своевременные прогнозы играют большую роль в стабильном функционировании многих сфер народного хозяйства, защите населения от возможных последствий стихийных бедствий. Гидрометеорологическая служба – одна из старейших в России. Несмотря на частые изменения погодных условий, разнообразие климатических зон в республике, вы круглосуточно исполняете свой профессиональный долг, содействуете работе таких важных для Дагестана отраслей, как сельское хозяйство, гидроэнергетика, транспортный комплекс. Собираясь на работу и отдых, отправляясь в горы или на море, строя личные семейные планы, дагестанцы всегда полагаются на ваши достоверные и оперативные прогнозы. Конец цитаты.